Меня Евгений зовут. Меня Сергей. Город Арамиль, Курчатова, 4. По поводу ответа с министерства. Хотелось бы получить комментарий. Какой-то молодой человек, то ли спецслужбы какой-то, пожарный или там. Я не понял даже толком, это удостоверение, не рассмотрел зрение. Ну, спрашивал, как, что, проводка как, сказал, вот, все висит, все, вот, там, все щиток у нас открыты, и там капает вода. Как туалет, спросил, туалет там в конце, на один, на всех. Он говорит, где, в конце зайдете, посмотрите, на первом этаже туалет, и на втором. Все, больше он ничего такого не спрашивал. Я только сказал, что насчет квартиры, все, что туалет у нас только здесь, ну, у нас и наверху квартиры, и все. А остальные все ходят вот. Все понятно, спасибо. Спасибо за комментарий. На взгляд, что с полы тут ходуном ходят, а там проводку надо смотреть. Со специалистом ходить, а не так говорить, что все хорошо. И конкретно надо смотреть по всем квартирам. У кого там вот она вообще негодно в состоянии. Квартиру он не заходил, написано, что в квартиру он заходил. В квартиру он не заходил в нашу. Ну, в нашей квартире это нормально. Не заходил. Он не заходил. У нас, как это нету? Батареи у тебя протекли. Ну, батареи это ясно дело. Вот, вот так вот твои слова. Вот правильно. Все хорошо. Все понятно. По батареям то и комиссии было бы сказано. Вот так я написал всего слова. Все хорошо. У него все хорошо. Он молодец. Ну, выводы же не могут делаться на основании опроса одной квартиры. Да. У нас на квартире, да, посмотрите, вон как он снимали, же показывали батареи какие. Они же ведь текут. Вот это плен, это дадут, они ну, вырежут или не вырежут, мы не знаем, потому что обещали поменять, и к нам их не поменяли. Он что, заходил и смотрел, никто даже в комнату не заходил и не смотрел. Снимали же и показывали, что у нас все течет. И туда и обратно течет. Не только у нас, в соседних, кое-что тоже сделано уже эти. Ну, будем стараться вам помочь. Он не заходил, не смотрел, понятно. Ничего не делал. Так, посмотрел, все хорошо, хорошо и пошел. Понятно. Он один был, конкретно не люди, ну, никого не было. Ведь? А что он один может на каком основании говорить, что все хорошо? Ясно. Ладно, спасибо вам за комментарий. Ну. Будем стараться помочь вам. Спасибо. До свидания.